Юлия со своей семьей живет в селе Луцино уже 15 лет. В воскресной школе она преподает живопись и активно участвует в воспитании подрастающего поколения. Некий такой портал, в котором детям интересно, потому что мы пишем и с натуры, мы пишем и то, что они хотят, я их учу. У нас нет общей тематики, которой вот мы садимся, все рисуем одно и то же. В конце каждого лета мы устраиваем выставку, как итог работы, потому что дети, приезжая летом, дети летом постоянно здесь, поэтому они, конечно, для них целый прогресс, чему они научились за лето, чего они достигли, и это важно. И дети у меня уже ходят уже третий год подряд, уже все растут. В селе есть и исторические объекты. Один из них – Никольская церковь. Благоустроенная и прилегающая к храму территория в этом году установили удобные скамейки. Теперь отдыхать здесь сельчанам стало намного комфортнее. При этом приводить в порядок важно не только зоны отдыха, но и те места, где исторически сложились народные тропы, уверены жители. Да, действительно, мы поддерживаем эту инициативу и готовы принять участие. Вот, у нас есть такие зоны. Вот вы можете посмотреть около памятника, у нас вот здесь вот там вот зона, она у нас там покошена, сделано у нас там, значит, основание для скамеек. Вот, мы, когда празднуем 9 мая, мы там чаепитие устраиваем, кашу ставим, столы. Кроме того, население активно выражает свою гражданскую позицию, участвует в голосовании по реконструкции родников. По словам сельчан, трудиться на благо родного Луцино – большая радость для них. Планов на будущее тоже много. Например, жители мечтают о детской площадке возле церкви. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».